С нами главный тренер «Минчанки» Сергей Юркин. Сергей Викторович, ну, ваши комментарии по горячим следам сегодняшней встречи. Ну, прежде хочу отметить настрой игроков моей команды. После прошлой игры, поражения, мы должны были не оступиться дважды. Поэтому игроки, видно, что настраивались именно на победу любой ценой. Непростой тур для нас выдался в целом для команды, но я доволен их отношением, их самоотдачей прежде всего. Сегодня ваша команда очень много и очень качественно атаковала первым темпом. Вы всегда стремитесь к такой игре или же это только сегодня получилось? Сегодня получилось, потому что соперник нам дал, позволил так играть. Конечно, первый темп у команды «Минчанка» всегда был довольно-таки сильным, потому как у многих выделяются и доигрочки, либо диагональные игроки на уровне по сравнению с первыми темпами. Но у «Минчанки» и доигрочки, и первые темпы всегда были на довольно-таки высоком уровне. Видимо, у команды «Липецка» центральный блокирующий немного ниже уровнем, поэтому они позволили нам сегодня так играть. На предварительном этапе Кубка России вы обыграли Липецк со счетом 3-2, сегодня 3-0. В чем разница между этими матчами? Для нас это были первые официальные матчи в сентябре месяце, потому как мы не участвовали ни в товарищеских турнирах, ни в спартакиаде. И для наших игроков после предсезонной подготовки, ну, довольно-таки сложно было немножко начать, потому как у нас тоже есть игроки, которые впервые, например, у нас заявлены в этом сезоне. И им нужно было найти взаимосвязь между собой. Спасибо, удачи вашей команде в дальнейшем.